Специалисты Федерального института педагогических измерений подробно разобрали отдельные задания единого государственного экзамена по химии в новом видеоролике с рекомендациями по подготовке к ЕГЭ-2019. Экзамен по химии прошлого года показал существенный рост числа участников, что обусловлено увеличением интереса у выпускников к предметам естественно-научного цикла в целом. Однако, как показывали результаты анализа выполненных работ, у участников экзамена возникли трудности с рядом знаний. В видео подробно разбираются задания базового и повышенного уровней сложности. Даются советы, как подготовиться к экзамену и как именно следует решать ту или иную задачу с примерами и пояснениями. По словам руководителя Федеральной комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ГИА по химии, важными составляющими при подготовке к экзамену по химии является понимание того, что именно проверяет экзамен, а также систематическое и системное изучение этого предмета. Можете решать отдельные задания по пройденным на уроках темам или же решать задания по линиям. Это позволит вам отработать систему в решении подобных заданий, познакомиться с той формой, в которой они встречаются в экзаменационном варианте. Или же вы можете решать задания по содержательным блокам. Это удобно при изучении крупных разделов, например, органическая химия или теоретические основы химии, советует он. Напомним, что до начала досрочного периода ЕГЭ-2019 на официальном YouTube-канале Рособрнадзора будут опубликованы видеоконсультации по всем предметам.